Здравствуйте, дорогие друзья! Иностранные инвестиции считаются либералами святыней. Это один из фетишей либеральной идеологии. Люди совершают чудовищные злодеяния, разрушают собственную экономику, уничтожают собственное общество для того, чтобы, цитирую, привлечь иностранные инвестиции. Очень долгое время я понимал, что здесь что-то не так. Иностранный инвестор действует в своих собственных целях, которые расходятся с интересами страны. Что иностранный инвестор может, приходя в страну, уничтожать конкурентов. Что иностранный инвестор может работать как насос по выкачиванию прибыли. Что иностранный инвестор может уродовать экономику страны в соответствии со своими эгоистическими нуждами, интересами. А иностранный инвестор, в конце концов, очень часто размещает в стране сборочные производства, уничтожая национальное производство комплектующих. Как это случилось в России, где развертывание сборочных производств, в некоторых случаях даже меньше, чем отверточных, без заметного повышения уровня локализации, привело, по сути дела, к гибели значительной части нашего производства комплектующих, их огромному количеству социальных конфликтов. Но я очень благодарен руководству знаменитой компании IKEA, которое повело себя так, что в один из дней, в разгаре трагических событий в Новороссии, вдруг прошло сообщение о том, что IKEA занимается спонсированием украинских нацистов. IKEA сразу же дала, буквально через, на следующий день, потом через несколько дней, очень странное, очень косноязычное опровержение, которая позволяла считать, что она спонсировала, но не этих нацистов, а других, и не тех, которые занимаются вот этим, а тех, которые занимаются вот этим, но это уже детали. Мне стало интересно, что это за такая замечательная компания, про которую сообщается, что она спонсирует нацистов, и которая при этом работает в России. Выяснились удивительные вещи. Ну, во-первых, фирменным почерком. Я даже сделал маленький доклад на эту тему. Потому что IKEA – это компания, которая обладает совершенно безукоризненной, безупречной репутацией в России. Если брать идеального инвестора иностранного, вот всякие Ротшильды, мы их пугаемся, Рокфеллеры, мы их пугаемся, British Petroleum, мы сомневаемся, там какие-то странные люди, какие-то конфликты, норвежский Теленор, тоже какие-то вопросы, вот все какие-то сомнения, даже Макдональдс многие не любят вместе со мной. Даже Джонсон & Джонсон вызывает какие-то там смутные, неправильные ассоциации. А вот IKEA — это наше, все наше святое. Я 12 лет назад, я купил в IKEA стул, на котором сижу до сих пор. Он уже весь протерся, но он настолько прочен и удобен, что я в нем работаю до сих пор. Это мой любимый стул. И отчаянно отражаю попытки домашних его выкинуть. И вот этот идеальный инвестор вдруг выяснился, что люди 14 торговых центров огромных открыли в России. Это крупнейший держатель торговой недвижимости в России. По-моему, 2,5 миллиона квадратных метров. Но при этом только два из них были открыты без скандала, потому что IKEA принципиально игнорировала все строительные нормы. Да, они у нас чрезмерно усложненные, да, частью они безумны, но в ряде случаев выявлялись такие отклонения, которые были просто опасны для тех, кто эти торговые центры бы посещал. Это реально. В результате возникла ситуация, ну, самый громкий скандал, который мы помним, когда они попытались, насколько я помню, перенести ежи, знаменитые памятники обороны Москвы, в сторону, потому что памятник защитника Москвы мешал IKEA обеспечить подъезд и разбить парковку. Но это нормальный подход к туземцам. У туземцев там есть какие-то законы, но мы же белые люди, поэтому можем их игнорировать. Поскольку россияне себя туземцами, ватниками и колорадами не считают, то подобного рода пренебрежение законом, естественно, оборачивалось для IKEA трудностями. И то, что она вообще работает в России, то, что разрешили использовать, эксплуатировать эти комплексы, пошли навстречу инвесторам, это акт большого милосердия российского правительства.
А фирма IKEA многократно выступала с громкими обвинениями в адрес российского государства по поводу коррупции. Никаких проблем. Вот мы все выступаем в адрес с выступлениями по поводу коррупции, но у IKEA эти обвинения озвучивали люди, которые потом с треском увольнялись из IKEA по коррупционным обвинениям. И эти обвинения выдвигались на Западе и были достаточно серьезны, достаточно проработаны. Но самое главное, что касается IKEA, это то, что она, скорее всего, является не столько инвестором, сколько мощным каналом выкачивания капиталов из России. Во-первых, когда строятся торговые комплексы, арендаторы платят вперед. Арендаторы платят вперед на очень жестких условиях, по очень сильно отличающимся ставкам аренды. Ну, по некоторым данным, стоимость аренды для торговой сети, которая связана с IKEA или принадлежит IKEA, и стоимость аренды для постороннего, так сказать, арендатора, различается на порядок. То есть в 10 раз и более. Это производит впечатление реальности. И когда достаточно существенные деньги берут вперед, а есть еще плата за вход и много-много-много разных плат, при этом весь ремонт, естественно, арендатор делает за свой счет, потому что IKEA это нужно только арендатору. Платятся деньги, которые окупают, по крайней мере, заметную часть стоимости строительства этих торговых центров. Дальше есть замечательные операции по уклонению от налогов. Когда, скажем, комплекс торговой недвижимости, ну, внутри группы компании IKEA продается от одной компании, которая находится там, по-моему, в Голландии, другой компании, которая находится в Германии, или наоборот, я уж не помню. Продажа производится на территории Российской Федерации между двумя заграничными юридическими лицами. А цена сделки баснословно занижается. И, насколько можно судить, не платятся никакие налоги с этой сделки вообще, хотя формально это купля-продажа. Потому что сделка между двумя иностранными юридическими лицами, да, она регистрируется на территории России, но эти юридические лица не имеют никаких представительств и никаких представителей на территории России. Поэтому непонятно, как с них брать налоги. А в своих странах, в Германии и Голландии, они не платят налоги за эту сделку, потому что сделка прошла за пределами их юрисдикции. Такая великолепная схема по уклонению от налогов. Но самое главное, что вот я начал с того, что это производит впечатление канала по выкачиванию капитала из России. IKEA – сверхприбыльная корпорация. Она сверхуспешна. Любой из нас, который туда зайдет, понимает, что это хороший бизнес, это удачный бизнес, это бизнес, который приносит колоссальную безумную прибыль. Так вот, до 2010 года, до 1 октября 2010 года, по крайней мере, IKEA показывала убыточность в Российской Федерации. Что значит убытки? Фирма стремительно расширяла свою деятельность, открывала все новые и новые, 12 из 14 торговых центров было введено в это время. Некоторые торговые центры эксплуатировались давно, обороты колоссальные, и они показывают убытки. Это явно не расходы на освоение нового пространства. Возникало впечатление, что это результат внутренних трансфертных цен и внутри корпоративного кредита, когда при помощи разного рода финансовых операций прибыль просто выводится из России и показывается за пределами России, чтобы здесь не платить налог. Это очень сильное, очень четкое ощущение, и только когда возник скандал, IKEA начала платить налоги здесь, показывать здесь некоторую прибыль. При этом капитал, который принадлежит IKEA в России, был отрицательным в 2010 году. То есть она прекрасно наращивает операции, но имеет отрицательный капитал. То есть она в долгах, как в шелках, и вообще ничего у нее нет. Это не является претензией к IKEA. Бизнес – это машинка для зарабатывания денег. И если этой машинке предоставляют соответствующие условия, она заботится не о себе. Извините. Если машинке предоставляют соответствующие условия, она заботится о себе. И глубоко безразлично, что происходит в стране пребывания. Это просто поляна, из которой нужно выжить досуха, а там посмотрим. Но вопросы к регулятору, вопросы к российскому государству. Мы все любим иностранных инвесторов.
Нам нравится, когда иностранцы гладят нам по шерстке и говорят нам красивые слова. Мы в восторге от того, что экспаты бегут в Россию со своего скучного Запада. И даже когда они конкурируют с нами, с нашей молодежью за девушек, даже наша молодежь говорит, ладно, черт с ними, иностранцы пусть конкурируют. В этой ситуации государство обязано регулировать деятельность иностранного капитала так, чтобы он приносил России пользу, а не вред. Чтобы, стремясь к своей прибыли, иностранный инвестор был действительно иностранным инвестором, чтобы он приносил сюда деньги, технологии, умения, навыки, чтобы он учил нас и не превращал нас в лимон или в другой фрукт, который нужно выжать досуха, а потом можно выбрасывать, как это происходит в Африке и в Латинской Америке. Это вопрос к регулятору. IKEA – хорошая компания, я верю в это. Но ее деятельность в России вызывает шоковое впечатление. Безнаказанное пренебрежение российскими законами. Ну, коллеги, если мы считаем себя туземцами, если мы считаем себя папуасами, то, наверное, это правильно. Но вроде бы у нас в гимне Российской Федерации какие-то там другие слова. Там нет слов «да, мы папуасы», «да, папуасы мы», «идите и владейте нами». Да? Иностранный бизнес должен помогать нам. Но это обязанность не его. Наше государство, регулятор, должно ставить иностранный бизнес в такие условия, чтобы он был нам полезен, а не вреден. Чтобы он приносил нам технологии и делился с нами технологиями, и чтобы он приносил нам капиталы. А если иностранный бизнес является просто инструментом по выкачиванию денег из России, то, знаете, это немножко дорогая цена за самый удобный, самый роскошный и самый комфортабельный бизнес-центр. Еще раз, это проблема российского государства. И я верю в то, что оно сможет поставить иностранных инвесторов, в том числе и IKEA, в такие рамки, чтобы они приносили пользу, а не вред. Да, при этом иностранные инвесторы, разумеется, попищат, потому что они привыкли жить по-другому. Ничего страшного. Стерпится, слюбится. Хорошее правило русской не семейной, но корпоративной жизни.